Переворачиваем. Ответственность и исполнительность у этих людей в крови. Виктор Тихонович Фомеев, генерал-майор, был главным инженером в ракетных войсках стратегического назначения. Прийти на выборы и отдать свой голос за выбранного кандидата и партию считает своим долгом. Процесс организован очень хорошо, я считаю. Всех вы встречаете, объясняете, что непонятно, проводите, показываете. То есть все организовано на высшем уровне. Ветеранские организации по явке на выборы всегда лидеры. Каждый голосует на своем избирательном участке по месту прописки. Очень большую работу мы провели подготовительную с ветеранскими организациями. В связи с тем, что я отвечаю за работу ветеранских организаций всего Одинцовского округа, ну еще прибавились к 122-му избирательному округу, также Нарфоминск, ну, прибавился молодежный, поэтому и Краснознаменск, и Власиха. И поэтому я бывал и там на встречах с ветеранами. Ветераны все настроены по-боевому, как всегда. Представители молодого поколения не менее активны. Для нашей страны важен каждый голос. Ваш голос – это наше будущее, это наше благополучие, это наша страна, за которую мы, которую мы любим, за которую, которой мы гордимся, которую мы уважаем, которую мы защищаем. С 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Мособлдумы и Государственной Думы Российской Федерации. Важен голос каждого из нас. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».